Всем привет! С вами Супер Тёма. Сегодня мы опять открываем Майнкрафт. Всем привет, ребятки! Да, сегодня мы опять открываем Майнкрафт, потому что мы Майнкрафт любим. У нас Майнкрафт любят все. Майнкрафт любит наша Лилечка даже, да, Лиля? Да. Котун, да, наш котенок тоже любит Майнкрафт. Том, ты любишь Майнкрафт? Он любит ковер портить. Да. Еще он любит Лилечкины игрушки съедать. Вон, да. Вон он там этим занимается как раз. Да. Так. Что он там делает? Что он там делает? В прошлой серии мы такую прекрасную крепость построили. И там есть наши персонажи, и на них напал скелет. У них очень хорошая крепость, у них есть дверь, у них есть даже какая-то тюрьма или амбар это. Вот, у них есть лесенка на второй этаж, которая закрывается вот так. Но я думаю, что им скучно. Давайте добавим им немножко персонажей. Да, давай. Хорошо, Тёмка, тогда давай передавай мне персонажа, в которых мы будем сегодня открывать. Вот, на, папа. Давай, ну одного, я думаю, мало. Давай еще хотя бы одного кого-нибудь. Да, вот такого свинозомби. Свинозомби. Ага. Так, кто у нас будет сегодня? Кого мы будем сегодня открывать, значит? Я... Вот это смотри, это не Алекс, это как звали вот этого? Я не знаю. Алекс! Это Алекс? Да. А, ой, да, это не Стив, это Алекс, это девочка, да, в Майнкрафте, да, которая? Да, девочка. Вот, значит, что тут будет? Значит, тут будет Алекс и будет коровка какая-то. Да, какая-то. И еще кустики какие-то. Кустики. Ну вот, смотри, разве не кустики? Нет, это травка. Трава. Ну, трава. Да. Кустики это одно и то же. Так, а на втором что у нас? На втором у нас барашек какой-то, цветочки, ягодки разные. Да. И свинозомби ты его называешь, да, этого, да, розового? Вот это... Да, его зовут свинозомби. О, я не знал. Ну, ты же у нас много играешь хоть в этом... Майнкрафт. Майнкрафт, да. Чуть не сказал Эверквест какой-то. Это тоже какая-то игра, но я уже давно ее не играл. Ага. Так, ну что, Тёмка, поехали открывать? Да, поехали. Вот мы собрали, а посмотрите, что у нас получилось. Ой, Тёмка, слушай, ну, конечно, симпатичные, но мне кажется, что что-то здесь не так. Кто это вот это? Это барашек, это корова и Алекс. Что да. Здесь не так? Что, ноги длинные? Ноги длинные, да, слушай, корова какая-то гигантская просто. Да, ну я уже вижу, я на это не посмотрел. Что это за ужас? Что это за... Китайцы. В настоящем Майнкрафте такие коровы не бывают. Это целый босс лаела. Это босс коров, слушай. Да, босс коров. И босс овечек. И босс овечек. Ну, да, ребята, конечно, китайский клон такой он себе. Но, ну, ничего, получилось интересно, конечно. Просто никак не по размеру не соответствует. Я не знаю, в оригинале тоже, интересно, у Лего Майнкрафта такие огромные вот эти овечки и... Как его там, коровы. Но они интересные. Вот у них седло есть. Можно посадить кого-то на это седло. В принципе, можно сделать боевую барашку. А это кто у нас, Тёмка? Свинозомби. Это только... свинозомби. Вот. Да, но только у него должен быть золотой меч. А, у него розовый какой-то. Это женский, да, зомби какой-то. Женский свинозомби. А, да. Свинка Пеппа зомби. Вот это. А ну-ка, Тёмка, вот так посади его на барашка. Да, может быть, посадится. Посади, а я пока покажу Алекса. Ну, Алекс нормально вышло. Алекс как Алекс, обычный Алекс. Как у всех. Сейчас его тоже можно будет Алекса так согнуть. Ноги. Ой, ну как они сгибаются. Ну, слушай, это совсем какой-то некачественный клон. Ну, подожди, я что-то придумал. Давай, барашка. Его! Его! Это боевой баран. Да! Который все время бегает, хочет воевать. Воевать хочет, да? Да, воевать. Слушай, давай Алекса посади на корову. Да, давай. А я покажу боевого барана. Да, попробуй посадить. Боевой баран, да. О, боевой баран вообще прикольный. Слушай, мне это понравилось. Ну, наши герои пропали. Боевой, да, баран нападает на их крепость. Что им делать? Они не знают, как защитить им свою крепость. Им, да, срочно нужна помощь Алекс на боевой корове. Я сейчас вам помогу. О, боевая корова против боевой овцы. Фу. Все, забодала. Корова забодала. Забодала. Ха-ха-ха-ха. Наши ребята спасены, Тёма. Да,
наши ребята спасены. О, Филик, а кто у тебя? У тебя скелет и эндермен напал? Ну, против них мы не сможем выдержать. Кстати, ребята, мы совсем забыли, что в этом наборчике были также еще такие украшательства. Очень интересные такие островки зелени, цветочки, какие-то деревья. Так, ну просто для красоты сделаны. Но интересно, раньше я не замечал, чтобы такие вещи ложили китайцы. Да, а тут еще ведерко и факел. Ну, конечно, есть в Майнкрафте. Слушай, да, интересно. Я даже не заметил, Тёма, ты собрал сам это, я даже не видел, как... Ой, какое интересное ведерко. Ну, факел да. Как факел, конечно. Ведерко я вот первый раз вижу. Угу. Интересно, у него поднимается? Ну-ка, покажи вот это вот ручка. Что? Ручка? А, может быть, твой... Ну-ка... Поднимается. Поднимается. Это ведерко прямо внутри стоит, да? Да. Классное какое. Да. Зомби свинопепка. Свинопепа зомби на барашке тоже классная. Ну и Алекс на корове верхом геройски спасает наших персонажей. Да. Которые вам попрятались там уже на крыше. Да, вместе с длинными ногами. Да, конечно, у коровы на ноги вообще... Кошмарно длинные. Да. Ну вот, ребята, мы собрали сегодня таких интересных персонажей. В следующих сериях мы соберем еще кого-нибудь интересного, и постепенно наш городок Майнкрафт будет разрастаться и расширяться, и станет большой-большой страной на весь стол, может быть? Да. И всем пока! Пока-пока, ребята!